Сохранить культуру тюркских народов. В Доме культуры Мирас прошло мероприятие с символичным названием «Тюркфест». На гала-концерте выступали не только местные артисты, но и гости из столицы и даже из соседних стран. О том, как прошел фестиваль тюркских этносов, расскажет наш корреспондент Гульзада Айшуакова. В стенах Дома культуры Мирас весь день не смолкают национальные песни тюркских этносов. Здесь проходит гала-концерт в рамках республиканского фестиваля «Тюркфест». Каждое выступление – это отражение национальной идентичности и тюркской культуры. Помимо местных артистов, показать свое мастерство приехали представители тюркских этносов со всей республики. В их числе оперный певец Нематила Скрулаев. По национальности узбек, сейчас проживает в городе Астана. Молодой артист рассказывает, мероприятие такого уровня способствует укреплению дружбы и единства всех национальностей нашей республики. Прекрасный концерт. Надеюсь, жителям Кустаная понравится. Цель мероприятия – это, конечно же, дружба народов. Народы в нашей стране живут очень дружно, и такие фестивали, я думаю, необходимы. Это укрепляет наше взаимоотношения наших этносов, за что я благодарю всех организаторов этого прекрасного мероприятия. Проведение фестиваля тюркской культуры в таком формате для нашего региона в новинку. Организаторы признаются, подобные мероприятия отражают культуру каждого этноса нашей страны. И тем самым еще раз показывают главную силу Казахстана – единство его народа. В Астане проходит республиканский фестиваль «Тюркфест 2024». В рамках данного фестиваля, который является республиканским, сегодня проходит большой гала-концерт с участием артистов из города Астана, с Узбекистана, а также из разных городов, которые приехали к нам сегодня для того, чтобы показать свои умения и свой талант. Основной целью республиканского фестиваля «Тюркфест» является популяризация тюркской культуры, единство всех народов тюркского происхождения, проживающих в Казахстане, а также дружба и согласие в нашей стране. В зрительном зале не осталось свободных мест, эмоций у каждого немало. Яркие номера никого не оставили равнодушным и точно запомнились на долгое время. Гульзада Айшуакова, Олег Сытник, телеканал Кустанай.